Добрый день, дорогие друзья, уважаемые мои подписчики. Все-таки не удержался и в канун Нового года решил запилить еще один ролик. И этим роликом мы постараемся поставить кое-какие точки над «и». Наверное, не факт, конечно, но попробуем это сделать. Споры по поводу конвеев в комментариях не утихают. Поэтому давайте попробуем внести ясность. Некоторые пишут, что вот этот конвейчик 80-й, у него более достоверные показатели. Мой конвей 600-й, с которым у нас пройдено много дорог и перепроверено 1000 аккумуляторов. Ну, наверное, около 10 тысяч точно. Примерно, ориентировочно. Якобы он подустал, и якобы он немножко чешет. По поводу и внести кое-какую ясность по поводу вот этого Фоксвелла. Что хочу о нем сказать? Прекрасный тестер. Очень активно им пользуюсь, но пользуюсь им при диагностике на улице. То есть, когда нужно проверить систему зарядки и просадку стартера. Очень дотошный, очень тщательно все проверяет и показывает прекрасные результаты. Вольтметр в нем и в конвее 600-м у нас практически одинаковые показатели выдает. Также практически один в один они с мультиметром. Небольшое расхождение есть, но не критичные. Так, почему решил провести вот такой следственный эксперимент еще с тремя этими тестерами? Четвертый тестер, который у меня был, я подарил, отдал сыну, пусть на своем грузовом и легковом транспорте проверяет качество батареек. По случаю приобрел на приемке вот такой аккумулятор, реактор. Батарея 12-21, батарея 1 год. Стараюсь брать в оборот в основном реакторы. Вот у меня в обороте их 4 штуки. 2 вот стоит. И 2 пока в отстое, 2 в работе. Также мутлу, вайпер, тубор. Еще какие-то оборотные батареи, но на данный момент они все на руках. Эту же батарейку я когда увидел в приемке, честно говоря, я их уже определяю по запаху. От этой шел просто аромат, что эта батарейка пахла мощностью. Вот с такими параметрами я ее прикупил. Кто-то ее сдал просаженную. 60 она показывала по соху, 31 заряда. И при всем при том 512 ампер она выкатывала. Напряжение 12-19 было на тот момент. И плотность 1,17. Сопротивление 5,39. Мерил я своим конвейчиком. Ручным, карманным, который я беру постоянно на свои выезды. И давайте посмотрим, что мне удалось вытащить с этой батарейки. Так, 660 ампер.
Ну, как видим, 100% батарея выдает, 671 ампер пусковой ток. Давайте запишем показатели. 198, 671, 671. NRC 12,92, сопротивление 4,11. Так, ну, давайте сразу глянем плотность. Одну баночку откроем. Плотность 1,28. Надеюсь, видно. 1,29 не стал выколачивать. Скорее всего, поставлю на свой, на свою шушваечку. И пусть она стоит под моим капотом, под моей крышей, так сказать. Так, теперь давайте замерим. Нет, давайте замерим Volkswagen, чтобы у нас этикетки были рядышком. В чем у меня не претензия к Volkswagen, а небольшой вопрос. Сейчас я его вам озвучу. Вне транспортного, обычный, клеммы сверху, обычный, ЕН. Ух ты, 660. Госномер не нужен нам, госномер. И давайте отпечатаем. Кстати, заказал немецкую бумагу. Отличная бумага пришла. И давайте мерить показатели. 12,88 НРЦ, 12,92 на конвее, 673 пусковой ток, 671. Так, напряжение было. Что у нас? Сопротивление. Сопротивление 4,95. Конвей 4,11 показывает. И в чем у меня вопрос? А вопрос в том, что измерений провел уже целую кучу. Вагоны, маленькую тележку. Абсолютно новые батареи, которые разгонял, которые вытаскивал, замеры произвожу постоянно, но ни разу я не увидел сох 100%. 85%, как видим, даже на такой суперкрутящей батарее, я думаю, что при заводке придется, наверное, машину ставить на ручник, потому что задние колеса будут покручиваться. Очень мощная батарея. Надеюсь, она еще мне послужит. Так, ну а теперь давайте не будем тянуть кота за хвост. И замерим на нашей новинке КВ-870. Вот так вот. И что мы видим здесь? Сопротивление 4,17, напряжение 12,93, 12,92. Так, где у нас 12,88? Сох 100% и пусковой ток 699, почти 700 ампер. Ну, вот такой прибор очень нужен продавцам аккумуляторов, потому что вот этот конвей, он завышает именно пусковой ток. По остальным параметрам, если по остальным параметрам они, как мы видим, очень близки, то пусковой ток здесь на этом конвее явно завышен. Ком
комментаторы пишут, что этот конвей очень близок к правильным показателям. Приводят какие-то мне цифры, там, схемы, ну, проценты, вычисления от пускового тока, от сока. Ну, друзья, я в математике не силен. Я уже, наверное, на протяжении, не знаю, 30-40 роликов об этом говорю. Высчитывать что-то, это не моя стихия. Доверяю только показателям приборов. А то, что в математике не силен, меня уже многие продавцы приметили, блядь, и с радостью встречают меня, чтобы обсчитать, неправильно посчитать. Так, теперь мой вывод какой, друзья? Все-таки вот два прибора Foxwell и 600 наиболее достоверно выражают свое мнение по поводу именно пусковых токов. Конвей четко показывает состояние сока. В этом я убедился уже неоднократно. Также более-менее точно показывает напряжение, сопротивление. Но почему Foxwell не выдает ни на одной батарее, я еще не увидел сок, который равен 100%. Для меня пока еще это загадка. Возможно, как-нибудь мы разгадаем. Возможно, где-то я выловлю новую прошивочку, попробую его перепрошить. Как бы хотелось связаться с разработчиками вот этого прибора. Видимо, сок здесь сильно завязан с сопротивлением, которое он показывает гораздо больше, гораздо выше, чем на конвеях. Вот здесь 4.11, здесь у нас 4.17. Ну, практически рядышком. А здесь 4.95. Почти на шишку больше. И видимо, из-за этого, и, видимо, поэтому, вот он и не вытягивает этот сок. Так, ну что, друзья, вот такой короткий ролик. Я думаю, еще парочку мы сделаем роликов по тестированию вот таких батарей. Вас хочу поздравить всех с наступающим Новым годом. Пожелать всем здоровья, душевного тепла, улыбок на лице. Себя хочу поздравить с приобретением, отличным приобретением батарейки практически на шару. Хочу немножко сделать отчет по продвижению сборов на камеру. Собрано уже 31 тысяча, но пока шел сбор, поменялся немножко курс, и я уже думал, что перед Новым годом закажу себе новую камеру. Честно говоря, друзья, я в состоянии приобрести эту батарею на свои личные деньги. Но мне интересен именно сам факт того, мне интересен результат моей работы именно по продвижению своей идеи. И этот эквивалент, я за лайками не слежу, за подписчиками, ну так, да, подписчики начали расти, это радует, конечно, но эквивалент моей работы, он бы в моем понимании выразился бы в солидарности именно подписчиков. Сумма-то
по сути небольшая. По 10 рублей, и камера бы с каждого подписчика, и камера была бы у меня как бы не в кармане. В принципе, она мне по большому счету тоже особо не нужна. Хочу расширить темы своих роликов, и чтобы показать приемы работы именно с автомобилями в плане диагностики. Возможно, выпишу еще приборчик чисто диагностический. С этим поковырялся, в принципе. Ну, до этого ковырялся со свистками различными. Принцип понятен, принцип мне ясен. И я думаю, что я справлюсь и с диагностикой автомобилей. Так, ну, блядь, с утра забилась труба на печке. Только растопил полный гараж дыма, надышался дымом, поэтому мысли путаются, ребята. Бля, ребята, не люблю такое слово. Друзья, мысли немножко путаются, сильно не пинайте в канун Нового года. Еще раз хочу вас поздравить с наступлением. Очень надеюсь, что будущий год нам принесет только радость, только позитив. Все мы будем живы, здоровы, благополучны. И все неприятности, я надеюсь, что в будущем году от нас уйдут. На этом вот такой вот заключительный, теперь уже точно заключительный ролик 2022 года на моем канале записан. Всем пока-пока. Берегите свои батарейки.